Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Нас было трое. Я, старый боцман, Витя и Света, ученики Академии парусного спорта, открытой для питерских школьников «Газпромом». Пройдя через волшебную карту, что висит в моем доме, мы оказались в прошлом, в Антарктиде. Впереди нас на шлюпах «Восток» и «Мирный» русские моряки под командой Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева исследуют южные полярные широты. Это они, русские моряки, открыли ледяной континент, Антарктиду. Однако вернусь к цели нашей со Светой экспедиции. Витя спас моряка с китобоя. После шторма они оказались на шлюпе «Восток». Теперь нам нужно незаметно забрать со шлюпа Витю. Вот только как это сделать? Мы-то из будущего, а моряки из прошлого. Пока идем на нашей яхте на некотором расстоянии, ожидая удобного случая. Дяденька боцман, а может он ночью проберется в шлюпку и ускользнет? А мы его подберем. Клянусь кашалотом, какая еще ночь? Сейчас здесь лето, и солнце не заходит за горизонт. Полярный день. Да, и Витька не знает, что мы идем за ними, и не догадается сбежать. Да знаю, мистер Томас, вы хотите помочь, но сейчас передать записку не выйдет. Жаль, что у Вити нет рации, только смартфон. Постой, смартфон, говоришь? Ну да, но тут же нет сети. Обойдемся, сожри меня, Мурена. В смартфонах есть FM-радио? Да, я иногда слушаю, а что? Витя тоже? Да. Сейчас включу рацию. Если Витя будет слушать радио, он сможет нас услышать. Вот, готово. Держи микрофон. Сейчас запишем сообщение. Мы записали сообщение и начали крутить его в радиоэфире. Мы надеялись, что Витя нас услышит. Классный этот шлюп, «Восток». Капитан Беллинсгаузен позволил мне посмотреть морские карты. Надо же, на месте Антарктиды белое пятно. Ну, конечно, ведь русским морякам только предстоит ее открыть и нанести на карту. Сейчас сфоткаю. Класс! Ну что, юноша, удовлетворили свое любопытство? Да, так точно, ваше сокобродие. Напомни, как тебя звать? Виктор, Витя. Хочешь и дальше служить во флоте? Конечно. Вернемся в Петербург, похлопочу, чтобы тебя взяли в морской корпус. России нужны моряки. Спасибо, господин капитан-лейтенант. Ступай спать. Так точно. Ой, как бы мне фотографии переслать Свете? Связи нет. Только радио и можно было бы послушать. Но в этом времени, где я сейчас, его еще не изобрели. Идем в кильватере. Дождись тумана и беги на шлюпке. Светка? Светка, вы где? Идем в кильватере. Дождись тумана и беги на шлюпке. А, это же радио. Она меня не может слышать. Чего ты тут сидишь, малец? Не слыхал? Сыграли команде спать. А вы почему не спите? Потому как на вахте стою, на корме. На корме? За кораблем на канате тащится шлюпка. А что? Это шанс. Дяденька Конкин, мне нужна ваша помощь. Какой разговор? Конечно, помогу. Мои друзья на яхте следуют за Востоком. Если я незаметно сбегу с Востока, они меня подберут. Слово дадено, что пуля стреляна. Полезай по канату в шлюпку. Там весла. Под банкой.
Это так лавка на шлюпке называется. Масляная лампа. Дождись, пока восток отойдет подальше. Зажги, чтоб твои заметили. Спасибо вам. Ну, полезай. Ежели будешь в Русской Америке, в городе Новом Архангельске, заходи в гости. Федора Конкина всякий знает. Зайду обязательно. Спасибо вам. Ух, какой густой туман. Как бы они мимо не проскочили. Свет! Света! Дяденька Боцман! Витя! Это Витька! Радио сработало. Молодец. Мы здесь, Витя. Мы идем к тебе. Ну что, Салажата, судя по всему, приключения продолжаются. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.